Ребята, привет! Слышите цикады? А вид. Первый влог из Семииза. Сейчас пойду к сеструхе. И может Натаху по дороге встречу. Посмотрим. Я знаю примерно, где Натаха живет. Я не выспавшийся, я там на самом деле в поезде ничего вам не говорил. Потому что вот женщина с девочкой, которая подсела, она, девочка не спала всю ночь, и она ей всю ночь читала сказки. Девочка за ней повторяла в полный голос. Короче, я спал часа три, ну, по мне видно, что я вареный. Честно говоря, я бы поспал. Ну, я пойду сейчас к сестре схожу. Квартира освободится чуть попозже, там живут. Слава богу, что Димка сдал ее, она не пустовала. Вот. Пойду к сеструхе схожу, потом, может, говорю, Натаху еще встречу. Сейчас покажу так быстренько Семииз. Смотрите, они услышали меня, наверное, вернули клумбу на место. Кстати, блин, а что это они доделали этот сарай? Я что-то не понимаю. Вижу коляску. Вещи у Натахи висят. Интересно, дома они нет. Конди вроде работает. Хозяйка! 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 Хозяин! Попали. Дрова. Тятит, что ли? Да. Она так ушла. Ты с утра? Только что. Класс, как добрался? Нормально. А мы тут это, тут проснулись. Ну как, не только детей раскачиваем. Она так, это да, Ульяновск? Ну сейчас должна прийти уже, она побежала до рынка. Надо в аптеку и обратно. Я пойду своих тоже попроеду. Ты где поселился-то? Ну там же. Ну здесь же, да? Тут народу столько вообще, машин, битком. Да. Ну так опять проездами все гоняют. Аллейка наша, любимая. Какие-то вазоны они новые поставили, каких-то цветов других понасажали. Смотрите, какие камеры поставили. Так скромно. Привет! Да. Привет. Все на камеру. Я сонный, но надо снимать, говорю, ваше жилье. Сестру. Красиво. Сейчас Сережа. Нифига, сколько кактусов у них. Ну тут. Все в красоте. Тут-то не мудрено, конечно, цветочки да кактусы. Ребята, я. Тут видите, кто-то, ну не кто-то, а я знаю, кто здесь жил. Они здесь сидели, кушали. Надо будет мне стол перетащить сюда, на его место. Вот, я вам говорил, что еще покажу свои чемоданы. Вот они, мои чемоданы. Сейчас свет врублю. Не понял юмора. Это и лампочки вот тут, наверное. Оп! Оп, они перегорели, наверное. Вот, вот, рюкзак. Что здесь? Здесь все по-старому. Я хотел в этом году стол привезти другой. Еще в том году хотел. В том году я про него забыл, в этом году. Я про него помнил, но я без машины. Нужен сюда стол новый, обеденный. А так? Давали на днях перенапряжение, я вам во влогах, по-моему, не говорил. Сильное во дворе тут перенапряжение было. Все телевизоры у людей, холодильники, стиралка погорела. У Димки вот как раз таки телевизор. Ну, он сгорел дома, он отсюда забрал. Ну, я телевизор, знаете, не смотрю, поэтому... Я даже и не заметил бы, просто я здесь камеры свои раскладываю, думаю, что-то не хватает. Думаю, капец, наверное, телек Димка забрал. Ну да, так и есть. Ни хрена я, ребята, не поспал. Приходил ко мне знакомый. Теперь идет сестра. С Серегой, и мы идем купаться на пляж. Может, они мне уже звонили?
Нет, не звонили. Короче, сейчас мы идем на этот ближайший пляж купаться на коралл. Опа, шлюндра. Привет. А где мама Таня? А? Кто-то днюхает камеру. Видели, какую клумбу сделали? Видели, сверху клумбу сделали? Да. Так. Это все, что ты возмущался, хоть клумбу сделал. Ой, а что мы ему тычку не... Ну ладно, сейчас вечером зайдем, да, это я. Ты воду взял? Ну да, в этой. Этой вот штучке? Да. Серьезно? Да, ее надо открывать. Нет, дергай. Да, в рот вот эту вот. Как капу и зажимай. Зубами зажимай, и вода польется. Получилось? А что ты не померил? Нифига себе. Заценил бы хотя бы. Пристройство. Там уже померил. Устройство такое. Это такое продавалось вместе с рюкзаком? Ну, отдельно к любому рюкзаку можно докупить. Мы сейчас Диму видели. Какого? Какого? Да? Он с работы уже пришел? Такой он так рано? На стиле идет. У него прическа новая. Но он зал угол, а ты сюда. Он узнал вас? Ну да, я поздоровалась. Вот сколько людей на пляж идет. Не, вот сейчас много людей. Сюда пойдем? А где? Да, куда хотим? Пойдем сюда. Сегодня же выходной еще. Но они сделали на выходной, приезжают. Мне сейчас вообще... А я хотела рассказать, как нас в Алуште гоняли. Выгоняли? Гоняли и выгоняли. Почему? Короче, пришли мы с Сережей на пляж. А там все лежаками заставлено. Все. А тут вот 5 людей постелились себе, лежат на подстилочках. Я беру, ну как, выдвигаю лежак, а еще волны очень сильные были, места мало. Угу. Выдвигаю лежак, чтобы постелить подстилочку, подбегает. Что вы, девочка, делаете? Ну там, типа, смотрящий за пляж. За лежаками. Я говорю, как что? Подвигаю лежак, чтобы лечь. Он его назад двигает мне по пальцу. Такой, это вообще-то пляжные, это вообще-то санаторные какие-то лежаки. Я говорю, а какого хрена они стоят на бесплатном городском пляже? Вы все ими заняли. Он мне что-то это, не нравится что-то, идите на другой пляж. Я говорю, это вы берите свои лежаки и валите на другой пляж. Он говорит, нашла себе, ты не первая тут такая. И все. И что? И все, и мы пошли там, мы еще с Сережей на этом фоне разругались и легли там где-то. На другом пляже? Лежали, не на этом. И все, мне настроение, все, они оболушки испортили моментально. Так надо было не сдаваться. Так я не хотела сдаваться. Я там. Сережа меня не поддержал. Не, ну Серега, они же и эти пляжи так заставляли. Я тоже подходил, убирал лежак и все. И что? Они же ничего не сделают. Я говорю, они просто в наглую собрали. Они в наглую, чтобы вы заплатили за лежак. Так он еще, знаешь, что делает? Он еще на эти лежаки кладет тряпку, и допустим, чтобы типа занято. И когда люди приходят, он эту тряпку убирает, там, перекладывает на другие лежаки. Чтобы люди не возмущались. А вот такое вот сволочь. А вот такое вот расстояние, вот так вот лежаками занято. Капец. И они их так ставят много, просто негде даже вот, ну реально, лечь с тряпочкой. Не, ты правильно, что я взяла, убрала. В Семизе так же они делали. Я тоже подходил в наглую. Я в том году так же убирала. Убирала, все, они нормально, адекватно, а потому что это вот городской пляж. А здесь вот в наглую. Он говорит, это санаторные эти лежаки. Я говорю, да пусть, почему они не в санатории стоят, а да? В бесплатном пляже, да? Еще бы ладно по-скромному, они же вообще все там заняты. Ага. Мавик мини. О, еще надо будет мне устроить фотосессию. Да, фотосессию даже чуть ли не сегодня надо устроить на закате. И знаешь, какую фотосессию? Я себе такие купила сразу, так вот на весь лоб наклеить.
Чего? Ты, и я хочу в воду вот так зайти, чтобы ты меня... А что наклеить-то? Ну там такие стразы, вот типа таких вот страз, только их вот так вот много, вот так по лбу. Ага. И так, чтобы... Надо сегодня на закат пойти фотографироваться. Может, завтра еще как раз подзагореть. Да, можно завтра. Ну да, наверное, завтра сегодня. У меня чересчур куча у меня... купальников много. Ушастик где лечь сегодня? Три. А в общей сложности 4. Надо все отфоткать. Надо подводную съемку сделать. Блин, я забыл эту камеру сейчас хотел взять, как я в воду захожу. Капец, подводную. Ну, может потом... сгонять? Нет, ты завтра снимешь и вставишь, как будто все очень. Ты же все равно еще монтируешь. Ну ладно, зайду я в воду в другой раз с камерой. Я не взял квадрик, полез в эту сумку, а там столько интересностей с того года осталось. И мамины какие-то сумки пляжные. И, там и моя сумка пляжная. И твоя, наверное. Ну я говорю, мамины, я не знаю, чьи они там пляжные сумки. И полотенца. И мама там даже какой-то набор для шитья. Мама очень запасливая. Все, все, все там. И подушка надувная. Одна, кстати, здесь подушка, а вторую я дома в этом. У меня от матраса две подушки было. Я еще думаю, почему здесь одна? В этом году полез я этот матрас достал. В Псков же ездили, мы на матрасе спали. Смотрю, а вторая подушка там. Ой, эти все как раз цветут, олеандры. Видишь, долго цветут. Там, вот. Наверное, матрас. Думаешь? Ну, пойдем, да, посмотрим. Пойдем глянем. А, они же вроде бы... А я сейчас в Инстаграме видел, они вроде приехали. На окошке. Так они уже, может, и приехали. Ну что, ребята, вон что, сейчас посмотрим. Ну не так-то уж и много, я думал, что вообще капец-капец много. Здесь вообще хорошо. Что, заныр? Ну вы идите, я-то нет. А ты поснимаешь, как мы пойдем купаться. Давай. Итак. Заплыв начинается. Амфибия плывет. Амфибия устала. Амфибия хочет отдохнуть. Ребят, гляньте, сколько вон, вон, несутся. Это, наверное, это. Справа вон, видишь? А что у них, баки большие, что они так? Не знаю, носятся. А у нас недавно, знаете, что было? Они открывали сезон, они по всем рекам и каналам. Но я это в Инстаграме видел. И прям там было много-много-много. Мне сегодня уже рассказали все новости. Какие? Что там в Мрии отдыхает, и в Мрии, и в Ялте те наши артисты, кто из Украины не ездил сюда, уже все здесь отдыхают. Да? А, они отдыхают, они в Мрии, а в Ялте, кто вообще прям категорично не хотели концерты давать из-за всей этой ситуации, уже все. Все без денег, да? Продажные. И что еще? А, ну все эти, все богатеи, это вот они, наверное, богатеи с Марии гоняют на этих. Может быть, да. Кстати. Это же вообще дорогущее удовольствие-то. А они вон куда погнали, и вон сколько их реально. Короче, все певцы. Если Бузова, Forbes, до 40 лет, второе место. Ну Бузова-то она как бы и всегда здесь давала концерты.
А там, говорит, бабки на коронавирусной отдыхает. В Марии. Заработал на коронавирусе. Можно отдохнуть. От этой камеры лучше видно будет, сколько людей. Она тоже классно снимает. Ну, это и обзор, а вот той дальности черный. Да, вообще зумит далеко. Ну, о, да. Кстати, можно вышку зазумить. О, да. Надо она будет отсюда. В Коцевели на целый день, да, сходить? Ну, да. Давайте забьемся на вторник. Илюху бери. Давай Илюху возьмем. Натаха пойдет, может, с собакой. А сколько сейчас время? На вторник можно. На целый день. Возьмем зонтик. Есть же зонтик? У вас же остался? Ну, нет, он в Питере. А, да? Ну, у Люхи есть зонтик. Я уже все решила. 16.56, 5 часов. Там группа на сумке. Не, я уже научился. Ну да, бывает. Что там были? Нет, и никого. Мы, ребята, идем на колодцы. Сейчас через полчаса придет Наташа. Я не знаю, ой, Али, надо вообще позвонить, кстати. Он скажет, даже приехал, даже не позвонил. Сейчас я запущу первый раз Мавика. Мавик вот в этой маленькой сумочке. Чтобы вы знали. Может, реально отсюда стартанем. Пойдемте сюда наверх, правда. Прям много машин. В эту сторону нельзя ехать. Они вон поехали. Море. Оно, ребята, такое теплое. Я, кстати, не сказал, когда вылез. Там какая такая вода. Что там? Да это, по-моему, шастик. Сюда. Опа. Опа. Виды, ребята, виды. Ой, виды эти, виды. Ох уж эти виды. Смотрите на Эпетре, какие тучи. Подольше буду держать, чтобы вам посмотреть все. Отсюда самый крутой вид-то на эти, на старые дачи. Очень крутой вид. Ой, как все хорошо видно. Кстати, вот здесь можно фотосессию тоже устроить. Да. Ребят, слушай, кто смотрит видео. Влог, кто приедет сюда, кому нужны крутые фотографии, ссылка в описании. Номер телефона можете писать ВКонтакте, можете писать в Инстаграм. Не запритесь там, Андрей, обычно. Ребята, смотрите, вот оно. Он умещается на ладони. Он реально меньше, чем моя ладонь. Вот так вот он раскладывается. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Так, рюкзак надо снять вообще. Это вообще первый раз? Полет готов. У Мавика там вообще, говорят, классные получаются видосы. Вот у них? Так, а блогеры снимают на Мавик.
сразу. Ребята, посмотрите, я не знаю, что это такое, я боюсь вот этого всего. А, жесть. Ну-ка, давай. Сейчас ногу откусит. Прыг, кузнечик, наверное. Натаха уже, по-моему, там. Да, мы вот так и до камней ходили. Горнолыжники, хотел сказать, лазят. Мы сейчас летали, я пытался их разглядеть, квадриком не видно, а так видно прям хорошо. Блин, какое все вечернее солнце, какое все зеленое. В эту сторону нельзя вообще-то ездить, Пип еще говорит. Машин сколько. Скалолазы, наверное, на мощинках. 98. Это наш регион, по-моему. Скалолазы, наверное, все на машинах, на этих. Ну, еще палаточники. А вот они, там, там, ага. Да, вот она, Натаха, она как-то прошла. Незаметно. Зоя. Зоя. Ты решил вообще раствориться в пространстве? А как вы прошли? Мы вот здесь наверху были. Привет! Мой дорогой, здравствуй! Привет, привет! Натусик, привет! Привет, дорогая, здрасте! Это Серега. Привет. Мы уже один раз виделись. А, ну вы же уже, да, это? Да, встречались. Да, где-то там. Ну расскажите, где вы ходите? У меня здесь уже все готово, как говорится. А где Илюха? Я ему даже не звонил еще. Может, ему сигнал подать? Я сейчас позвоню, а то скажет это. Да, даже и не звонит. Ну у нас все культурно, все чинно, вообще-то благородно. Сухое? Не черный, но зеленый. А-а-а. Я могу сухого. Ну, тогда... Ура, мы увиделись! Такой худой, засранец. Нас с утра настиг уже. А я где была? Ты убежала на рынок. А я сейчас... Полосеньки обсматриваю. Вы уже без коляски? Да как? Нет, коляска, объясняю, нам каждый год говорят, больше. Наташа, он такой взрослый, ему 4 года, зачем вам коляска? Ребята, коляска для того, чтобы... Вот собачкам, баклажку, да? Вот сними вот эту баклажку, покажи. Но. Одна баклажка чего стоит? Туда и покушать, и туда, и попить. А где Дэн? Да там на аллее. А где не все, мы уже ему не интересны. Мы уже стыдно. Он сам по себе? Нет, все, не поеду с ребятами. Там бату им сладкую дают. Да, да, там знакомые. Ну они всякую вот эту вот шушеру. А, бизнес же, бизнес. А, да? Ну, всякую фигню. Мне вот такая шушера нужна. В общем, он... Ручная работа. Сколько поднял? А где ты купила? Я не знаю, не считал. А так, я тебе потом скажу. Секрет фирмы. А вы сейчас... Я же видишь, вот это модное себе купила. А я вот это мое. Это каждый год я покупаю вот это вот галочки без местной подружки своей. Ну, галочки там. А что, потом теряешь ее? Не, рвется. Рвутся. А, да? Это местные ребята и под Севастополем делают, вот у них этот, как Макс называется штука? Классные такие. Я думаю, что я помню. Господи, я тебе эту подарю штуку. Ой. Я, кстати, взяла этот значок с собой, надо его нацепить. А у меня еще для тебя значок. Мне, во-первых, это Дениска подарил, и он говорит, вот Игнат приедет, это ваш друг. Смотри. Ты, если что, заходи. А здесь, подожди, хитренький замочек сейчас. А здесь мусор, как всегда, да? Да еще больше навалили, блин, вообще. Мы ее выгребаем всегда, да. Периодически. Там же контейнера, блин, стоят, ну вообще. Мы бросим, да. Вот же контейнер. А-а-а, нифига себе, спасибо. Спасибо большое. Так, давайте, ребята, давайте выпьем. Куда еще, да? Игнат, только это зеленый чай с лимоном, но он без... сахара. Хорошо, Наташа, это замечательно. Попьем. Есть портвейн, есть чай, есть вино. Круто. Так. А как вы мимо нас прошли? Мы стояли. Мы стояли вот здесь на этой. На новострой мы летали. Да, я. А, да? А мы что-то быстро-быстро тот момент прошли, там собаки и машины, это мы бегом.
Так, надо Илюхе звонить. Он скажет, козел приехал и даже не позвонил. Звони, я могу написать. Я сейчас я позвоню ему. Делаем вид, что, что мы не видим Илюху, да. Чтобы он нас из-под тишка, чтобы он нас нафотографировал. Он думает, как я сейчас всех возьму и сфоткаю. Он, Илюха, полез наверх. Тебя видим, Илюха. Ну не косит, он запахнул. Так, а мы давайте как будто не видим, но позируем. У нас тут бур. Чтобы кадры были естественные. Надо что-то вдаль показывать, там вот видите, там. Макс, зрение показывает вдаль, чтобы я. Пленительного счастья. Как будто ты всегда такая натуральная, да просто стою. Кстати, крымской банде большой привет. Они же все спрашивают. Ты видел, как ну что, вы встретились? Пинают. Да они не пинают. У меня, знаете, какой геморрой? Кстати, это всем я расскажу сейчас на камеру. С этим, ну, с моим тарифом, с МТСовским. Безлимитка. Я подключила этот всю Россию. Или везде, как дома. Я так же сделал. И они дают полгигабайта и все. И оно улетает. Фу. Я сейчас отдельно расскажу про МТС. Расскажи, пожалуйста, чтобы потом никто не... Так представляешь, они 600 рублей взяли и... Я для модема, для Wi-Fi взял себе МТС. Говорю, мне в Крым, ну, по России, чтобы доехать, и в Крым. Отличный тариф, в МТС в Крыму работает идеально. Вам на 3 месяца, безлимитный, 600, сколько она там, 720 рублей. Я говорю, да, такой тариф прямо, она говорит, да. Причем в официальном салоне, все, купила, вот, она мне все вставила, сделала. Я смотрю, я сделал здесь. На 3 месяца, говорит, сейчас акция, все типа. А потом в месяц по 800 рублей будете платить. Я говорю, ну отлично, 700 рублей сейчас заплачу, на 3 месяца мне прям на все лето, еще и на Москву останется там. Въезжаем в Крым, мост. Меня раз пишет, зайдите с сайта, зарегистрируйтесь. Вы в роуминге. Я в салон, туда-сюда звоню. Они говорят, ну знаете, что такого тарифа вообще нету? Я говорю, как? Ну, для Крыма нет, мы вам можем выслать специальное предложение по Крыму, потому что на Крым эти акции не распространяются никакие. Капец. Я говорю, а, да, в салоне сказали, что есть, она да? Она мне сказала, да. То есть я так обрадовался, я еще хожу по Москве там неделю, кайфую с Wi-Fi, к телефону. Привет. У меня сразу к вам предложение. Давайте во вторник пойдем на Коцевели на пляж, на день. Вот, кстати, мы никогда сегодня думали, чего мы в Коцевели не ходили давно. Ну, чуть-чуть еще обгорит, чтобы за весь день там не спалиться. Возьмем ухи с собой приготовим. Давайте как тогда. Мне так понравилось. Я хочу. Давай. Я да. Да. А то мы все хотим сходить, но все никак не собираемся. Что ты прячешься? Ну, всегда был. Ну и что в итоге она прислала, и что? Ну ничего, они мне выслали, они мне вернули на счет деньги, которые я заплатил в салоне, там 700 эти рублей. И предложили мне доплатить чуть-чуть, и 15 гигабайт там или 30. Там 30 гигабайт стоит 1200, 15 гигабайт стоит там 800, грубо говоря, рублей. И все, ограничено. А звонить нельзя, да? Именно для модема. Звонить можно. То есть я уже перестал. У меня потому что модем перестал работать почему-то. Все равно просит сайт регистрировать. А я перестал просто в телефон и начал раздавать. Так а тогда вообще приезжать, покупать эту волну, да и выкидывать ее потом, да? Ну так и делать всегда. Я просто номер свой сохраняю. Ну что вы волну? Иногда на этот номер, и мне иногда нужно... Я тоже этот модем подключил из-за интернета. Потому что прошлым летом он реально безлимитный был интернет. Вот. А я прям симку специально купил. Что-то дорого-богато стало. Не говори. Вот, возьми интервью человека. Чего, вот. Давай. Он прячется. По многочисленным заявкам. Зоя. Ваша Зоя. Ваша Зоя. Наташа говорит, Зоя старенькая уже стала. Очень старенькая, да. Но... Уже не грызет бампер или грызет? Грызет. Грызет, ну, старушка. Я сейчас покажу. Зубы разноцветные? Нет, не разноцветные, но она уже в том году, по-моему, один зуб потеряла, а в этом году... Зоя, ты такая дура. Смотри. Ой, дура. Ой, дурная собака. Ну зачем ты это делаешь? Ты же умная женщина, ты же понимаешь все. Паша уже большой. Ну, стала толстая. Кормит ее на отвал все. Ну да, все же любят Зойку. 12 килограмм костей. А, еще дали мне
бесплатно куриные желудки, но эти куриные желудки там, я не помню, сколько килограмм, половину мы собакам дали, половину мы себе сделали. Ну, простите. Это грех. Потушить желудочки. На рынке кто-то дал? На рынке бесплатно дают, да. Они говорят, ой, а, Наташа, здравствуйте. Ну, нифига ты всегда столько денег тратишь, что... Ну, до хрена я денег тратил. Люди молодцы, что помогают уже. Нет, ну, мне сказали, вот, а что вы у нас не спрашиваете? У нас обрезки с мяса, туда-сюда остаются. И я такая подумала, слушайте, правда, я так сначала так стеснялась, потом думаю, давайте, я не против. И, конечно, я все забираю, ага. Там вот эти вот. Ну, Зоя сегодня даже, как Макс ругался на меня сегодня, столько съела она вот этих вот костей, что даже очень громко и... Пукала. Да, пукала она. Да, Макс, сегодня... Зойка. Ну ничего, живы, здоровы, все хорошо. У Зои, главное, ошейник есть. А со всех остальных... Ты же новый ошейник уже привезла, да? А какой? У нее есть старый, а со всех других собак сняли. Ну, блин, да кто ж их снимает-то? Я не знаю, вот сейчас вот этому вот... У Зои-то какой шикарный кожаный был. Шастик-то был вообще уже сколько лет ошейник. Вот этого товарища? С рыжего сняли через 2 дня. Мы одели... Я в Судаки купился за 120 рублей. За 120? Зеленый какой-то дешманский. Прикольный такой. Через день уже нету. Все, через день-два, все, нету. Капец. Ну, кто это, вот я не знаю, ну какой-то маньяк ошейнический тут завелся. Какая-то коллекция дома уже, да. Ага. Смотрите, ребят, сколько людей. Аквапарк этот. А, ну. Да? Материли аквапарк? Почему? Такая херня. Возможно. Да? Ну, это много избалованных москвичей, прости. Наверное, да. Я вообще... Не да. Знаю, я бы сходила в аквапарк. Он приезжал в том году, друзья Лена с Вадимом. Ему понравился аквапарк. Здесь же морская вода, как бы основной плюс его. Понравилось. Да не, ну там нормальный гор. Много говорят, в этом году здесь много балованных. Кто не поехал по заграницам, а приехали сюда. Как это вот all inclusive. Да, вот, да. С этими браслетиками, да. Не, ну люди все разные, конечно, как вот. Да, в этом году им пришлось сюда приехать, поэтому... Не приезжайте больше никак. Вот именно в семье. Не приезжайте вот эти, я их называю... Разбалованные. Пакетники. Честно, не развернулся. Да, не нужно. Особенно в семье. Все лучше, куда привыкли, да, в Испанию, в Италию, куда-нибудь туда. Ну, здесь бомжатником, вот с собаками там, вот с этими вот, как-нибудь... Сейчас упадет этот прототип. Ага. Черняя кормежка. Вот, я рассказываю, как кормим собак. Иди сюда. А, по одному, чтобы они не дрались? Ты так, все сюда, да? Это мне местные товарищи отдали. 2,5... Ну вот, домашняя колбаса ливерная. В общем, смотри как. Ну, мне такие 2,5... Колбаса-то она большая такая. Угу. Я беру. Кто первая, Зоя? Я. Ну, а как ты думаешь, кто? Хотя она... Наташа, ты слышишь, как она пахнет? Да. Да, она прям у меня тоже слюни потекли. Зоя, ты не охренела? Я немножко добавляю вот, ну, бульончик такого. Ну и... Макс, где мой соплеменник? Помоги мне, пожалуйста, налей. Вода? Ага. Ну вот получается, что там вот это... Похлебка Зои вообще. Ну будет, реально, да? Похлебка. Сначала Зоя первая. Блин, Шастик проснулся. Зоя, ты не там стоишь, дурында. Она поняла. Ага. Зоя, иди сюда. Да, она куда? Ой, Зоя будет кушать. Зоя больше всех ест. А потом, эти не подходят, потом, да? Знают, что каждого нет, по очереди Зоя, накормят. А потом Шастик. Анжелы сегодня нету. Потом ничего кто себе. Ну, Рыжик и Белка остались. Ну, Рыжик и Белка, да. Шастик, а потом нам ночью будет замечательный, извините за выражение, пердеж от Зои. Конечно, вы ее такой пахучей колбасой кормите. Так, сейчас я вам закат покажу, этот, который говорил. Я ушел, вот это Натаха рассказывает одну историю. Ее нельзя прям на всю Ивановскую.
Вон какой закат. Почему-то он там сегодня, а не в Му... А, я не помню, где... Нет, по-моему, здесь тоже закат летом. Все, мы уматываем. Мне надо Димку попроведывать. Да и уже вечереет. А Дима 5 вечера прошел с работы, сейчас уже 10 час. Я до сих пор не зашел. Так что это прям не камильфо. Ну да, черный. Закат. Ребят, все, я закончу этот влог. Я там себе курицу отвариваю. Спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео, репостите этот влог, если он вам понравился. Все, я с вами прощаюсь. С вами был Игнат. Пока.